Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильный монитор под камеры от компании iDeal, модель ET688. Поставляется вот такой вот упаковочке монитор. Внутри у нас имеется крепление под монитор, двухсторонний скотч, кабель питания 12 вольт и сам монитор. Монитор идет с подставочкой вот такой вот. При подаче видеосигнала монитор автоматически открывается. Когда подача видеосигнала прекращается, он, соответственно, автоматически закрывается. Это сделано, чтобы не занимать сильно много места на торпеде. То есть, когда надо, мониторчик откинут, то есть показывает изображение, когда не используется камера заднего вида, он закрыт. Вот, подключается через вот такой вот разъем на 12 вольт и имеется видео вход один. Сейчас мы подключим на питание монитор, ну и визуально можем посмотреть, как он работает и как он выводит изображение. Так, ну что, подключаем к нашему монитору видеосигнал. Как мы видим, он сразу открывается. Есть камера подключена. Разрешение монитора 960 на 240 пикселей, диагональ 4,3 дюйма. Поддерживается система PAL и NTSC. Ну, видим, все четко передает данный монитор. Интересная, конечно, система включения-выключения у него. При покупке на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.